Не так давно в Беларусь сбежал польский военнослужащий, который не мог больше мириться с неправомерными действиями польских властей по отношению к беженцам. Против бежавшего, а им оказался 25-летний Эмиль Чечка, уже открыли уголовное дело. В настоящее время польские власти обвиняют солдата в дезертирстве и бегстве за границу. В этом контексте ему грозит лишение свободы на срок от 1 до 10 лет. По словам заместителя прокурора по военным вопросам Белостока, расследование инцидента продолжается. По месту жительства солдата приняты меры, изъяты носители информации. Ведется расследование, чтобы определить, спланировал ли он это заранее или это было спонтанное решение, сказал заместитель прокурора. Он сказал, что может быть подан запрос о временном аресте для того, чтобы суд принял такое решение. Необходимо представить доказательства, собранные следователями. Чечка, который подал прошение о политическом убежище в Беларуси, рассказал белорусскому государственному телевидению, как и почему он покинул свою армию. «Я бежал от армии через колючую проволоку, порвал штаны и повредил руку. Я пересек нейтральную полосу и увидел польский патруль. Я снял форму и без одежды, голым окольными путями пересек границу с Беларусью», — сказал он. Командующий польскими вооруженными силами заявил, что белорусские СМИ манипулируют польским перебежчиком, сбежавшим в Беларусь в пропагандистских целях. Уже после первых фрагментов выступления солдата в СМИ становится ясно, что этот молодой человек заведомо коварная манипуляция. Стиль его интервью — все, что там происходит. «Понятно, что он будет использован против нас в пропаганде», — сказал военачальник. Он отметил, что в Беларуси начинает формироваться мнение о том, что польские солдаты, полицейские и пограничники совершили противоправные и предосудительные действия. «Это полная чушь», — сказал генерал, аргументируя это тем, что отдельный случай не соответствует действиям пограничников. Он также подчеркнул, что польские вооруженные силы будут работать над тем, чтобы дезертир был привлечен к ответственности за дезертирство. Связанный с телеканалом «Нехта» белорусский оппозиционный журналист Тадеуш Гичан опубликовал очередной фрагмент интервью с польским солдатом. В записи мы слышим, как Эмиль утверждает, что польские пограничники ликвидировали по крайней мере 2 добровольцев. Сильное заявление. Эмиль рассказывает историю о том, как польский пограничник ликвидировал по меньшей мере 2 польских добровольцев, которые пытались помочь мигрантам. Проблема белорусской пропаганды как раз в том, что в отличие от российской пропаганды, здесь нет умеренности, пишет Гичан.